Мишку. На Шахском районе задержали предполагаемого насильника. По предварительным данным, мужчина совершил сексуальные действия в отношении автоледи, выкинул ее из машины и угнал авто. Этот фоторобот составили со слов пострадавшей. Инцидент произошел возле деревни Сураково. По предварительным данным, мужчина остановил автомобиль «Ладу Гранту» красного цвета, вытащил оттуда девушку-таксистку, изнасиловал, а потом угнал авто. Его искали по всему Сосновскому району. Сейчас точные обстоятельства случившегося выясняются. Сообщается, что подозреваемый в преступлении задержан.